Всем привет! С вами Техника Здоровья и я, Ольга Лебедь. Сегодня буду тестировать новый блендер King Mix. Очень многие знатоки могут заметить, что эта модель очень похожа на блендер тысячный, предыдущий собрат King Mix. То есть, в принципе, форма осталась та же. Что изменилось? Изменилась сенсорная, то есть добавил сенсорная панель вместо панели ручного управления. Из новинок появился тайваньский сальник, японский подшипник НСК, это крутая вещь. Появились, в принципе, японские ножи так и были, но нож немного претерпел изменения, то есть форма ножа поменялась. По мощности он самый мощный из всех моделей King Mix. Если не считать только терминатора, тот уже идет коммерческая модель, конечно, он мощнее. Это из бытовых. 2400 мощность максимальная, 2200 номинальная мощность, как заявляет производитель. Чаша теперь сделана из тритана. Жаль, что нет маркировки, повторюсь, на чаше, но в принципе по всем документам производитель заявляет, что это тритан. И давайте, наверное, протестируем его. Здесь идет у нас 7 программ, и есть пульс-режим выведен отдельно. И, кстати, вот хочу попробовать, у меня тут есть немного льда, хочу попробовать сразу показать, потому что есть такой запрос, как блендер справляется со льдом. Вот сейчас и посмотрим, как он справляется со льдом. Начнем все-таки с него. Пульсом режим. Под те запросы, когда спрашивали меня, справится ли ваша модель со льдом. Вот видите, сейчас со льдом справляются даже уже, в принципе, китайские модели. Все нормально, прогресс идет. А теперь я хочу сделать самый обычный смузи зеленый, ради чего очень многие мы все и берем эти блендеры профессиональные, потому что они могут справляться вот с такой сложной волокнистой зеленью. Я специально не взяла шпинат. Шпинат все-таки мягкий, и его сделать проще. Здесь петрушка и укроп. Видите, да? Давайте уж тестировать, так тестировать по максимуму. Вот. Добавляю в эту зелень один банан. Фиников для сладости. Чтобы уж не совсем, потому что зелень неприличная. Можно выдавить лимончика. Без костей, чтобы опять же просто вкус был поинтересней. Добавляем воды. Литр воды. Вообще масса-то приличная уже получилась. Так что посмотрим, насколько он справится с этой задачей. Так, мы выбираем программу смузи. Как работает программа? Красавец, молодец. Посмотрим. Плюс программы в том, что он сам комбинирует режимы пульсовые, то есть то максимальную скорость, то уменьшает. Специально, чтобы лучше перемешать все это и лучше все измельчить. Очень удобно. Обратите внимание, что я не пользовалась совсем проталкивателем. Что раньше, в принципе, было бы невозможно. Все равно это надо было, эту массу помогать ей немного, чтобы она вертелась так. А теперь, сколько я уже тестирую, в принципе, King Mix, прям я занялась так этим вплотную, как раз тестим, что они могут делать, я ни разу нигде не пользовалась толкателем. И это огромный плюс. Прям удивительно. Наш смузи готов. Будем пробовать. Будем пробовать. Мы, конечно, со съемочной группой. Они у нас главные дегустаторы.
И они честно оценивают, вкусно это или не, либо невкусно. Пожалуйста, уж сильно не ругайтесь на меня, сторонники здорового питания, потому что все находятся, помните, на разных стадиях. Обычно, когда люди только-только начинают пить, например, зеленые коктейли, я всегда говорю, ну, не перебарщивайте зеленью, делайте их чуть послаще. То есть вам легче будет войти, вы поймете, что это вкусно. А потом вы можете уже эту сладость убирать постепенно, и вы начнете уже, то есть ваш организм и перестроится, вы привыкнете к вкусу, и вам будет легче, ну, как бы делать уже более тонкие, более правильные вещи. То есть всему свое время. Не пытайтесь сразу же нырнуть в карьер, это как бы все равно, что сразу пробежать марафон. Ну, вы просто умрете, упадете, вам настолько как бы это будет все вообще никак, здоров... вообще просто закинете и скажете, вот ел я и буду есть. Поэтому пусть это будет сначала как бы не так совсем правильно, если брать с очень такой строгой точки зрения. Потому что, конечно, сладкие, сильно сладкие коктейли, ну, не есть хорошо. Если у вас только нет проблем с сахаром, ну, тогда вам, конечно, уже вы сами будете регулировать. Но, в принципе, для начала вот мешать так вот зелень и с чем-то сладким, это прям окей, нормально. И пейте, и радуйтесь. И мы нальем. Главное попробовать. Но я вижу, что масса однородная. Я считаю, что все-таки он хорошо справился. Угу. Ребята, это вкусно. А с вами была Ольга Лебедь. Я осталась довольна результатом. Считаю, что KingMixx прекрасно с этим справился. Так что приглашаю вас в наш магазин, в шоурум, либо на сайт technikadefizdorovye.rf. С вами была Ольга Лебедь, а вам всем прекрасных зеленых коктейлей, здоровья, радости, ну и вообще всего хорошего в жизни. Пока!